Более 14,5 тысяч выпускников Краснодарского края 7 июня сдавали один из самых сложных экзаменов – профильную математику. Это тестирование от базового уровня отличается заданиями повышенной сложности. И, конечно, к такому экзамену нужно быть полностью готовым. Во дворе 4-го Славянского лицея собираются 11-классники со всего района. Атмосфера не особенно напряженная, хотя волнение у выпускников есть. Они стараются его преодолевать, общаясь с друзьями. Ключ к настоящему успеху на экзамене – это месяцы тренировок. Во время них каждый из учащихся решил множество тестовых вариантов. И потому практически каждый уверен в своих силах. Я выбрала профильную математику. Я готова к экзамену. Нас готовили очень хорошо учителя. Наш учитель математики также репетитор. Вот. Надеюсь на хороший результат и желаю всем удачи. Сегодня у нас экзамен по профильной математике. Я занимался, старался, думаю, что сдам хорошо. Мне математика пригодится как предмет поступления. У нас очень хороший преподаватель, я уверен в своих знаниях. Ребят начинают приглашать в школу. В первую очередь проводится термометрия, также дезинфекция рук. В каждой аудитории установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Учителя строго следят за тем, чтобы экзаменуемые не пронесли с собой ничего лишнего. Словом, в 4-м лицее все было подготовлено к проведению единого государственного экзамена по математике. Для учителей экзаменационная пора – это подведение итогов их работы, и они сделали все необходимое, чтобы выпускники смогли полностью показать свои знания. Экзамен по математике – это один из важнейших экзаменов, который необходим учащимся. Сдает сегодня 108 человек, сдаем одним потоком, одним днем. Единый государственный экзамен по профильной математике начался одновременно по всей стране в 10 часов утра. За отведенное для экзамена время ребята должны успеть решить максимальное количество заданий. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».